всегда внутренняя политика приоритет, наиболее важна и для избирателей, и для всех. Но сейчас сложное время, и Трамп много чего сделал, что вызывает критику в адрес Соединенных Штатов. Он испортил отношения с ключевыми союзниками, он, возможно, не совсем правильно отреагировал на рост угрозы со стороны Китая, последствия чего мы имеем сегодня. И поэтому Байдену придется, я думаю, больше внимания уделять внешней политике, чем ему хотелось бы, или чем хотелось бы американским избирателям, и решать те проблемы здесь, которые накопились не то чтобы по вине Трампа, не факт, что кто-то на месте Трампа лучше с этим бы справился. Я думаю, что независимо от того, что делают американские президенты последние 2-3 человека на этой должности, изменить тенденцию роста влияния Китая им не удастся, и не удалось бы. Это объективный факт. Китай экономически развивается быстрее, чем Соединенные Штаты, в смысле наращивает свою экономику. И то, что сегодня, точнее, уже не сегодня, а вчера, в прошлом, позапрошлом году, по разным методикам подсчета, Китай обогнал Соединенные Штаты по валовому национальному продукту, взятому по паритету покупательной способности, это уже реальность. Здесь отталкиваться нужно от этого. То есть дальше это будет усиливаться, действие этой тенденции. И для американских президентов, для Байдена в том числе, задача будет состоять, я думаю, не столько в том, чтобы перехватить лидерство, вернуть, подавить Китай или как-то нанести ему поражение, сколько в том, чтобы сделать международную среду благоприятной для американских интересов, чтобы становящийся экономически все более сильным Китай не стал угрозой для Соединенных Штатов, не мог бы ущемить их ключевые интересы. Главное, что определяет отношения между США и Китаем, это то, что это две крупнейшие экономики мира и самые важные двусторонние отношения в мире на сегодняшний день. Они очень сильно зависят друг от друга, потому что Соединенные Штаты крупнейший рынок для китайских товаров, и поэтому Китаю невыгодно, чтобы США становились экономически слабыми. Плюс Китай – это страна, которая хранит огромные резервы в американской валюте, в долларах. И с точки зрения теории, вот как между ними развивались события до всех этих торговых войн, которые Трамп, в общем-то, инициировал как попытку сдержать рост влияния Китая, то, что было до этого, было правильным, потому что обе страны получали выгоду от мирных и развивающихся отношений. Воевать с Китаем США невыгодно. Воевать с американцами Китаю тоже невыгодно. Им выгодно продолжать сотрудничать, но только вот условия этого сотрудничества хотелось бы изменить каждому немножко в свою пользу, чтобы получать больше выгод для себя, а не отдавать партнеру. И вот вокруг этой дилеммы строятся попытки Соединенных Штатов ослабить дипломатические и политические позиции Китая и попытки Китая, с другой стороны, усилиться путем поиска союзников, экспансии, реализации проекта «Один пояс, один путь», ну и целого ряда других вещей, которыми Китай занимается. При Трампе достаточно далеко зашел этот раскол с европейцами. Санкции, которые вводят США в отношении «Северного потока-2», они самый показательный момент, потому что возникает ситуация, при которой реализация газопровода отвечает интересам целого ряда крупных европейских государств, в первую очередь Германии, но резко противоречит интересам США. Отношения, которые Байден хочет восстановить. То есть это один из приоритетов его внешней политики – восстановить доверие к НАТО, восстановить ослабленные связи с Европой. Более вероятный вариант, как мне кажется, это все-таки полноценный диалог, глубокий, с Германией, в первую очередь, на тему того, как США могут компенсировать ей потерю газопровода и связанных с ним инвестиций и прибыли. Трамп такого диалога не вел, чем его позиция немцам очень не нравилась, потому что он просто сказал, что США против, и все, кто будут этим заниматься, мы будем вводить санкции и наказывать. Фокус внимания при Байдене окончательно сместится из Европы в Азию, в Индийский океан. Это точно произойдет, это кардинальная смена, потому что при Трампе все наоборот, Америка уходила в себя. От разных регионов они отходили в себя и так далее. Байден будет пытаться вернуть, отыграть эти позиции. Я думаю, у него не получится. Потому что он в своей предвыборной программе, он цепляется за вещи, которых часто уже и нет. Например, международной глобальной солидарности ее уже нет. Возможный вооруженный конфликт между Китаем и Индией.
учитывая, что Соединенные Штаты с недавних пор окончательно так встали на курс альянса с Индией. Война в Тайване, в Тайваньском заливе, возобновление протестов в Гонконге, причем с новой силой, и, может быть, даже там до столкновений может дойти. Ну и, конечно же, ядерный кризис на Корейском полуострове, он никуда не делся, несмотря на усилия Трампа. Вот четыре горячие точки, потенциальные, пока еще замороженные, в отношениях Китая и Америки, вот по периферии Китая. Соединенным Штатам предстоит переопределить свою роль в мире. Она пока не переопределена. Сейчас форвардом постановки вопроса о новом мировом порядке являются китайские политики, китайские лидеры. Они так же, как и первые авторы идеи нового миропорядка, они говорят о мирном сосуществовании не только с точки зрения признания разных национальных интересов и возможности разных систем торговых, экономических связей, да, уход от этой вот черно-белой картины мира, но они говорят еще и о признании разных социальных устройств, как праве народов, наций, отдельных сообществ на такую самоорганизацию, которую они считают нужным, который демонстрирует вот, эффективность современного, перезагруженного, модернизированного азиатского способа производства. Сильное государство, да, сильный государственно-частный капитал и политика общего благополучия, связанная не только с стандартами жизни, но и с возможностью личной самореализации. Вот это важный момент, отличающий трактовку, что такое благополучие по-китайски и по-западному. Как и многие, кто наблюдает за разными позициями американских аналитиков, работающих с Госдепом, тоже склонен считать, что Байден попытается, в отличие от Трампа, восстановить более ровные отношения с Китаем. Но главный акцент будет делаться на возможные новые преференции в торговле в обмен на сворачивание присутствия Китая в Евразии. И здесь не нужно быть великим прогнозистом. Для Китая это невыгодное предложение. Китай уже перестраивается. Учитывая одно из событий 2020 года, в отличие от происшествий, а это событие, создание огромной зоны свободной торговли ASEAN+, мы находимся у порога нового процесса, который, наверное, войдет в историю как процесс истернизации. Вот был когда-то вестернизация, да, озападнение. Так вот, с появлением этой зоны, ее влиятельности, ее авторитетности, ее емкости, мы действительно входим в период такой глобальной истернизации. И для Китая, мне кажется, рынок Соединенных Штатов постепенно, не сразу, но постепенно начнет терять ту актуальность, которую имел раньше. А значит, и заигрывать Китай с Соединенными Штатами. Хоть Байдена, хоть не Байдена, не будет. Я не исключаю, что для Байдена будет очень выгодна очередная антироссийская риторика. Вот, но цель ее не столько подорвать или навредить самой России, сколько сохранить эту систему сдерживания развития, недопущения развития связи между Россией и Евросоюзом, учитывая взаимный интерес и сырьевой, и рыночный, и политический. Поэтому обострение отношений с Россией вполне предсказуемо. Оно уже началось, оно уже будет. Цель этого обострения — это сдержать возможное сближение Евросоюза, который находится в состоянии стратегической автономии, с Россией. Европейцы будут бороться за автономию военную, за автономию оборонную. А это значит, что все высокотехнологические военно-промышленные программы Европы получат новое дыхание. Да, собственно, мы это уже наблюдаем. Так что для Европейского Союза возвращение Байдена — это скорее, хоть и бы аплодируют, но это больше раздражитель, чем этот вот оскорбительный, противный, но, очень выгодный Трамп. Да, и лично госпожа Меркель могла быть недовольна его повадками, но вообще-то Трамп делал очень много для усиления идеи стратегической автономии. Байден сейчас опять попытается вернуться к теме общего экономического пространства евроатлантического. И у меня риторический вопрос. И зачем это Евросоюзу? Зачем ему эти торговые войны, зачем ему генноизмененные семена, которые хлынут на их рынок, зачем ему бунты фермеров, зачем им это дешевое продовольство, которым начнут загружать европейские рынки, американские производители. Так что я думаю, что Байдена поносят на руках, а потом скажут нет.
если говорить о будущем европейско-американских отношений. Евросоюз продолжит стратегию на стратегическую автономию, на неконфликтной основе и, вероятнее всего, попытается в ближайшие годы Евросоюз будет очень интровертный.